Отдел ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, а менее опытным водителям и вовсе воздержаться от поездок на личных авто. Важно соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, избегать резких маневров и торможений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Стоит быть предельно внимательными и пешеходам, переходить проезжую часть допустимо только в установленных местах.